Всем привет, продолжаем ежедневные прогнозы. Сегодня у нас 4 марта, 21-е лунные сутки, одни из самых моих любимых. И ну, символизм этого дня – табун лошадей. Это такая мощная групповая энергия, направленная в одно направление. Иуна Накшатра – очень подходящая Вишакха. Ее курируют сразу два божества – Агни и Индра. И они ездят в одной колеснице, иногда меняясь позициями, кто из них возничий, кто кого везет. Плюс к этому Марс меняет знак, и все говорит о том, что сегодня день обилия энергии. То есть, если вы захотите быть активными, это очень будет хорошо для того, чтобы задать тенденцию на оставшийся март, потому что при смене знака, да, особенно вот Марсом, это будет изменение направления энергии. Вы можете задать определенный уровень, поэтому если вы хотите провести март активно, сегодня тот день, когда нельзя будет лениться и очень хорошо объединяться для какой-то групповой деятельности. Но, как всегда, есть несколько но. Вишакха, ее такой символизм, триумфальная арка, победа и такой и тип Индры, король королей, понимаете? Это говорит о том, что сегодня люди будут очень амбициозны. И если вы будете критиковать, что-то задевать и так далее, они могут очень остро и очень жестко на это реагировать, поэтому думайте, что говорить. Дальше. Это в продолжение этой же темы. Вишакха очень любит секс и ревность. Это очень ревнивая накшатра. И снова-таки, сегодня неверный взгляд, неверная какая-то фраза может вызвать очень бурную реакцию, чего обычно не бывает в таких ситуациях. Далее. А у нас еще идет и квадрат между Луной и Меркурием, а это придирчивость к мелочам. И снова такие вот эти всякие маленькие нюансы могут сегодня сыграть какую-то не очень здоровую роль. Если вы будете это учитывать, можно избежать неприятных ситуаций. А так, если у вас есть настрой для темы бизнеса, карьеры, занятием спорта, день очень даже хороший. Вот так вот. Желаю всем удачи. Я видел, что вы делаете с врагами. Наши обычаи кажутся вам странными, но и вы нас очень удивляете. Для нас. Если человек отказывается назвать свое имя, это большая грубость даже по отношению к врагу. Нейтан Олгрим. Однако есть что-то божественное в этих краях. Быть может, это навеки останется для меня чем-то непостижимым. Но я всем сердцем чувствую это.